Ладно, надеюсь, Войт этот самый одобреет Канука, хотя вряд ли, Да, блядь. хочешь локом, иди похуй. Ну, лока нету. Да, да, лока у меня А нету, нихуй блядь, зачем мне? пролетят винс, нахуй. Короче, ну, я сейчас винс зайду, если меня не убьют, нахуй. Да там нету возле, всех убили, Если нахуй, не уже. будете заходить, нахуй, начну, блядь, за АФК кидать вам, блядь. Да всех Меня убили, не кто-то пиздит, переживай. нахуй. Кто тебя пиздит? Мне кто-то въебал, нахуй. Я сейчас просто пробегал на шипешнике, никого не трогал. Мне кто-то палкой Нихуя въебал, себе, нахуй. блядь, Сначала или чё? нихуя себе, Обычно. блядь. Конечно, Я сначала обычно домой обычка, поэтому начал надо дорогу. отдохнуть. А вы чё, блядь, бичи? Ты не слышишь, как его звали? Мне совесть. Да похуй мне. Тебе похуй, а всем остальным нет. Блять, со стороны по всем Летите котам. в инст, летите в инст. Ну, сука, сколько можно нахуй? Почему Транквилла, Зирелла, Шура, Пасифе, Эмираль, Церара, Я в инсте. Мастер, нахуй, Консилятор тут, а остальные где дрочат, нахуй? Надо Я уже сейчас трэш здесь разъебывать. оказываюсь. Танки, нахуй, ну. Сука, в натуре, блядь, бичи, блядь. Там Ваня попросил слот поддержать вроде как. Наверное. Иду разъебывать. Пошли в Ватикон. Вон, кто там заходит, там пати вам рарник кинет. У него ассист есть. Давай, сейчас джага разъебу, брат. На ХП. Блять, что-то я Ты ее... вчера много убили в хэме? 8 или 7 боссов. Чумок без профа. Кто без профа? Парам там там. Бывает. И Синдру убили? Когда этому ёбаному Абэмэн, Абэмэн, ёбаный Абэмэн, Абэмэн, Абэмэн. Черножопый, блядь, козёл. Кто это? Не у меня. Черножопый. Черножопый. Это призом ёбаный. Твою дочку ёбаный. Твою дочку черножопый. При том, что Призн типа молчит все время, ну, блин, ничего не говорит, и тут. Давай, этот ушатастик, пошли, блять, я не могу стоять, нахуй, на начале места. Так, а мы что, не нулями? Похуй Не, вообще, мужики, блядь. не, мужики, Я не знаю, Майдасик что это. Ну, сейчас на ребро придем, взглянем, сколько хп. Обычка или Гера, я хуй знает, что это вообще. Это обычка, я это обычка, 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 не ну, переживай. Пусть будет это так, обычка. Нахуй. А я на биче иду, нет? Сегодня, блядь, на деда что-то ничего вообще не работает. Дед сегодня не в духе, деда. Блядь. Чё? Рогов нет, я на Почему биче я иду. Дед вообще, нахуй? Я в ахуе, блядь. Куда ты очнулся? Чё, ебанулся? Он всё, я же... Да, не забей, он сегодня не в настроении. Я понял. Чё, я, короче, из бича выхожу, да, я так понимаю? Ну, на всякий случай, да. Лучше нормально надо пойти. Деда, есть вопрос. Если второй Геры не будет, то будет обычка вторая? Блять, сколько вопросов у вас еще там, блядь? Давайте все задавайте, на. Это один вопрос всего. Больше не будет. Я хочу задать еще один вопрос, но мне уже, сука, стрёмно. У меня сейчас один вопрос. Мы пронесем эту хуйню за полтора часа и пойдем Геру нахуй, или будете дрочить, блядь. Почему мобов бьют 5 человек, нахуй? Быстро сюда вынс все и бегите, сука, и бейте, блядь. Ну, если так АФКшить, блядь, по 10 человек будет, нахуй. Мы хуй чего будем закрывать, нахуй, с вами. Быстрее по рынке 80 не долечу, уж извиняюсь. Короче, я понял, сегодня вообще пиздец, слушай, надо ебало закрыть нахуй. Надо было уже тут быть, вот 7 минут назад. Вот. Я уже прилетел, стоял 5 минут. Просто так, нихуя не делал. А мог бы трэш бить. Ой, а что за бичи тут? Витя, я не понял, а почему ловушки не разбдефаны, блядь? А? Потому что я только долетел. А? Ну давай, что ты ждешь-то, ну. Давайте бить. Ну зачем? Ну все, слава богу. Ёбана уже, я все, ну. Я пытался. Да похуй, репу фармим. Правильно? Да надо мобов-то бить, блядь, не смотреть на них. Так а что, и Вилаша эту обычку идет, типа,
А во вторую, типа. Ну так вот, я про это спрашиваю. Типа, если на бутасхолке удать, она же сидишь просто сейчас КД нахуй повесит и пиздец. Да, да, да. Вот я про это сейчас говорю. Не, ну я-то не против. Чего опять не работает Т4? Потому что, видимо, ты в World PvP, блядь, был. Тебе а, мимо бич... этих. Да, да, мимо пидоров. Пиздец. А меня они не тронули. Даже сказали привет. Я, на меня тоже, но я просто мимо тебя прошел, и, видимо, из-за этого. Че, ты Хогвартс Легаси прошел? Ну начал, кое прошел, блядь. Я... Че, на какой, раз, на какой сложности? Там есть какой сложности? Да, видел, да, там, блядь, похуй, какой там игра супер легкая, блядь. Надо чекнуть. У меня как раз, там, да. Ссылка приносила. Игра супер легкая, блядь, там насрать на какой-то сложности. Я тяжелую включил. Войт, у тебя что, она работает, что ли? Конечно, блядь. Блядь, сколько? 5 FPS? Сколько у тебя FPS? Я не знаю, я минут 40 поиграл. Ну, бля, как так? Вот, у тебя на Сирусе нахуй, сука, два кадра, блядь. Да это Сирус, блядь. Здесь у самых топовых, блядь, сказали. Два кадра. Чем больше задержка в мозгу, тем меньше видно мозгу. Задержку на экране. Понял. Да дед-то говорю. А чё вы опять в гостиной засели? Угу. Заебись. Все были? Вот там надо... далеко не идти. Мы как-то, блядь, сидели, редили в гостиной, к нам какие-то китайцы или японцы зашли, что-то какую-то хуйню сказали, блядь, или эти, или финны, нахуй, какую-то хуйню, или поляки, блядь, что-то курва, что-то там покричали, блядь, и вышли, поржали, блядь. Говорю, что это было, блядь. Только когда Дискорд открыли первое время. А, канал, что ли? Ну, не канал, сервер открыли. Если помощь нужна будет, кричите, я тут. Ну, да, наверное. Ебобаный козел, блядь. Сразу. Витя! Витя, Рога, как дела? Вообще не отрабатывает. Как дела, Витя, алло? Витя, помогите! Мою дочку ебут нахуй. Где-нибудь. Хуёво, блядь. Витя, ты как там? Нормально, живой? О, а чё, я успею ГМОП сгонять? Наверно. Квестик сделать. Мастер Каша отлетел. Мастер Каша, да, отлетел. Это не сорвите мобовым, блядь. То мастер Каша. Он, наверное, мастер отлетел, каши? Потому что в кашу. Наверное. То мастер Каша будет счет. А каждый РД будет начинаться, кто смешнее пошутит над его ником или что? Да, да, нет, это, нет. Это уже будет как, ну. Если чё, это уже не шутка. Да, это, по-моему, не шутка, это какой-то это, в мозгу что-то там, блядь. Бля, дед сегодня вообще жжёт прям. Это называется в ударе. Хули Хогвартс Легаси скачалась, да? А, скачалась? Так я же говорю, поиграл, блядь. Императрица там... Сколько она стоила? Блядь, я на... 0 рублей. А, понял. Я потратил на нее деньги. Понял, а что ее уже это закрывает? Да, мы типа вчера выложили. Там, да, баба, там баба, которая Денову ломает, блять, она ломанула Денову. Говорят, блядь, это не баба, говорят, это мужик плотный, короче. Похуй, кто это? Неважно, пока он ломает. Да, да. Ну, ник у нее импресс, и, короче, на Reddit забанили недавно. Она, короче, сгорела на это, нахуй, и начала ломать тупо все игры с Деновой, блядь. Отомстить решила. Да, которая вышла. Она, типа, она же 2 дня, она ломанула ее еще неделю назад, она неделю не выкладывала, потому что сказала, я ее не выложу, потому что можно будет... проверить DLL библиотеку, нахуй, и разрыва бы узнать, как он... Скажите, пожалуйста, блять, а какого хуя бой у нас, нахуй? Без рыбы пойдем, нахуй? В начале инста какой-то пидор смотрит на рейд, нахуй, знаешь. Пойдем в начало инста, посмотрим на этого пидора.
Не советую на них смотреть. Только пальцем не тыкать, блядь. А чё, нельзя было всегда агрить их нахуй, потому что, ну... Спидеры не такие. Как, блядь, в этом, в Константине-то. Ты, говорит, не смотри нахуй. Все, мужик, о, мужик посмотрел. О, ебай. Дед, так а чё ты? Ты вела, что собрался КД нахуй на обычку вешать или чё? Я ебу, что ли? Ну, я хуй знает. Ну, она за осколками на очереди уже? Ну да, она вторая в очереди вторая, стоит. Да. Но меняйте её. Она в DC? Ну, я могу танков пекнуться, если что. Договоритесь там. Да, так она говорит, что она типа, ну, типа во вторую пойдет. Главное, чтобы она была просто и все. А ее нет. Если ее не будет, то она пойдет типа в эту и пофиг. Аля, ну как я понял. Если будет вторая Гера, можно будет вторую Геру пойти. Этот. Второй Гера. А если не будет второй Геры, ну, то будет 25 будет, по этому будет вопросу. Какой-то другой рейд. Так, смотрим. Отойду на минутку быстренько. А ТТГ-25 было уже на этом когда? Так а чё, она будет кем-то заходить сейчас или нет? То мы в 24 пойдем, ну быстрее, блядь. Так... Кто там замена? Кто танк, нахуй? Ясно. Я могу спекнуться. Спекнулась. Пускай Глеб танчит тогда. Всё, у два танка есть, типа. Ебобаный козёл. Ебобаный Абэма. Рога зайдет, нет? Что-то, блядь, уже долго, нахуй, это пиздец. 25-е тело есть? Вреет, нет? Ну, подожди. Вон ДК плюсует в гильдии, плюсовал, еще до Шалфира. Я просто его в рейде не вижу, вы не брали? Битлджус, который? Да, да. ДК? Ну да, но... Ну и добирайте. Вы напишите, вы напишите. Дай мне я на, блядь, плюсую. Так он на рейд плюсовал, просто ему пати дайте и все. Я понял, нах, нет замены. Не, почему? Если никого не будет, я пойду. Похуй. Да, линк раньше есть. А Рога зайдет, нет? Или что? Или все? Вылетел. Ну все, значит, замени и ЕПшку не давай. Нету, кстати, его MVP. Может, вылет, скорее всего. Вон он, блин, идет. Примите его просто. Он не был еще в рейдах, видимо. Он, может, даже этого не знает. А, Битлджус, который? Ну да. Вон, берите. Надо ему ссылку скинуть, надеюсь, сейчас скинуть. Он в какой-то группе, блядь. Может, он уже тут? Надо просто максимально продуктивно, нахуй. Кому пододеться надо, тут должен идти. Блядь, масло забыл купить. Есть медиковское масло? 259-й была ФДК. Пойдет, нахуй. Так, но он в PvP-спеке. Ебоба. Все, короче, пизду. Я тут. Рога не хочет, да? Ну, Рога зайдет, наверное, на второго босса. А чё, мне на хп ли ставить ауру на лёд или чё? Хуй знает. Надеюсь... Глеб, ты им тачишь или кто? Справа а шик снимите. А как там фатастик держит? Ты куда, влево, вправо? Может, тачик, я влево круче. Глеб, вешай на себя священный щит, я на штасик. Угу, окей. Что просто на вас двоих ходка висела и все, пизда.
Нормально, кстати, крутится, ебать. Солидно круги наедет. В белом танце нахуй крутится все. Справа шип снимите. Справа шип и слева шип. Глядь, щит, щип не серебряный. Щип, щит. Сика. Ух ты, ебать. Здоровья погибших. Bone Spike Cast. Осколок. Боешка еще. Боешка, осколок, ну. Повезло, повезло. 18 тысяч стоит. О, повезло, повезло. Не, ну нормально, скидывай. Кстати, холодное око ребята, я давненько, чтобы оно еще не, чтобы оно с ребра падало. Ну это ПВПшное же кольцо. Сейчас ты для ШПшника. С этим кольцом. Око ребра? Угу. Давай, это лучше раклис. Ну я много аирдроидов видел в этом кольце ПВЕ. Типа для начала беру, брали. Ну, все, забирай. На нахуй. Перехила. Чё, ёпт. А почему он на лестнице стоит, этот додик, блять? А, конечно. Кто его сагрил вообще? Ладно. Да как, чё лежишь? Встали, побежали. Я в падении умер. Поднялся на лестнице. Аккуратнее, да, по ступенькам. Уже не так молод. Ступеньки-то скользкие, в нем что-то аккуратнее добыть. Давай ты заберешь, если я на помощника заберу одного. Пойду. Он опять просто в родине взорвался. Да. Да ебать, как перягать-то. Ну на полок нет. Все ебашат, кого хотят вообще просто. Невозможно просто. Привыкай. Ты да? Запомни, нет ничего невозможно. Кто ты всех, я помощников вообще. Бля. Я не могу, раист просто. Он дух. Я
Запомните мои слова, юные подаваны. Старфоу зло. Так а чё ты его возьмёшь тогда? Потому что я ситх. Понял. В смысле, ну ты же обещал бороться со злом, а не примкнуть к ним, блин. Как так? Не помню таких обещаний. Понял. Не помню, велик соблазн темной стороны силы. Ну вот он и искусил еще одного джедая. Сила вокруг тебя. Вот это наш мастер Йодекс. Давай. Наш мелкий зеленый коринг. Не важно, он просто старый. Ну че уж тогда не убиван Кеноби. Фильм мелкий зеленый коринг. Не, ну Йода тогда попизже будет. Ой, бля, на немецком. Запулили, да? Нормально, четкий пол. Его нормально. Нихуя не знаю. Нон-стоп называется. Нихуя не раскидал. Ни бафов, блядь. Нихуя. Ну, похуй. Да. Я пошел мало наверное, на лидере сторить. Мне похуй. Там в рейде. Там уже рависта убил. Шором опять страфол? Блять, я врарника выбрал, в его хуярю, нахуй он вихрь стоит. Надо было леди хуярить. Врарника, блять, убить хотел? Патрисия, рывисты, резай. Бля, ебать, выбил балдежный аддон, пиздец. А тебе кто-то скинул охуенно. Типа настройки, или что? Не, я сам сидел вчера настраивал, я... Я подопытного взял Костю в подопытных и сидел на нем настройки проверял. Только единственное, что надо будет сейчас этот самый уменьшить его чуть-чуть. У меня, блядь, на пол экрана нахуй. Ты предал культ Хиллбота. Да ну его нахуй этот Хиллбот, блядь. Он, я, конечно, хоть им всегда и пользовался, блядь, но я попользовался, блядь, Вуду, блядь, и мне что-то больше понравилось. Блин. Пизду, Вуду на грид. Буду страдать и мучиться с гридом. Глеб, щиток на себе обнови. А какой квест ссылка сегодня? Синдра, наверное. Синдра или кровь в десятке, там на великана. Если хотите, можем... Синдра. Ну да, ну нахуй, что за хуйня, блядь. Алло, нахуй. Шатастик, ты на боссе сначала, я трэшпидер. Контроль взяли. Или наоборот. Как скажешь. Ну, давай так. Да, тучка, это то, что я хотел назвать, спасибо. Маны как раз не было. О, блядь. С рависта невозможно переагрить, блять. Давайте Геру чё. Все видели, я духа взорвал. Да. Я прям ГП тебе обижал. Нахуй, хули. ГП тебе, хули. Ебать, чё, подошёл под Симана, специально лужу разлил. Стелси не законтролили. Нет, там Ой, дух. Ой, я помню эти ботинки РПБшные, которые распылили нахуй.
Аддоны там, надеюсь, у всех есть. О, квест на ребра. Ну, в принципе, вовремя. А можно спросить про эти ДС в гильдии? Вот у меня квест на этот, на грань. Мне самому ДС вот эти гильдии никак не помогают. А ты кто? ДК. А-а-а. Офлов, да? Да-да. Просто я... Ну, у меня там есть какое-то количество АД, там 30 тысяч у меня есть, но я все равно дохуя долго еще. Ну... Пока не к спеху, блядь, видишь, до очереди еще далеко. Ну блядь. Да, да, я тоже понимаю. Поиграй какое-то время. Ты держишь там дракона, да? Да, да, хорошо. Да, да, да. Типа, ты к тому же никто тебе сейчас науки 5к стоит. Так что... Я ДС и давал челикам, просто там кто-то из игры на 2 месяца. Да, я понимаю, да, я посижу еще там. Я еще не записывал нихуя, мне кто-то должен там, а я не знаю, кто мне сколько должен, блядь. ДС идти, ну типа вернуть. Эти драконы, ёбаные, бобаные, блядь. Я отойду на первую. Через 5 минут сурка уже убьём, нах. Или ща. Ну вот, инженерку вкачал, перчатку ускоряет дудку, заебись, ну, блядь. И нормально стало? Блядь. Пускай там заходит, кто там, Лингрен, заходи, там это, роги нету у нас. Подамажишь там, если он зайдет, сядешь обратно. Только вот, сука, самое ебаное осталось. От наложения чар у меня остались чарки на кольцах, блять. Теперь их нельзя убрать оттуда. Теперь они просто красным горят. Выкинь кольца, нахуй. Прям меняй кольца. Без остановок. Хуярим, блять, все, пуляем быстро, ебать. Бля, Слава, выдай мне новое кольцо целкашное и новое РПБ крит. Вот новое это. Яйцо, это не мое. А лучше сил. С Калиона мне крит, меткость вот это вот. Давай там, шкаф на корабле с умонти Лингрена. А еще клятвохранители и волю геровскую. Ну, и плащ, соберите. И... Я записал. Да, все, будет. Спасибо. А когда? Когда-нибудь. А дайте еще столик маги. Ну там, блядь, жертвы надо взять, чтобы, блядь, заебись было. Ого. Тыкните. Все, 100 штук взял. Запустил. Ну-ка. Я в дырку приземлился, ебать. В дырку нельзя приземляться. Так, кто Мурадин, а кто трэш тут? Да, трэш можно даже не танчить. Давайте Мурадина. Мурадина доведем до 0 хп. До смерти. До истерики, до нервного срыва, нахуй, чтобы он 25 хм вообще не приходил. Кто туда полетит? Потому что Тастик, да? Да. Ну, пусть летит, да. Да, все там сейчас зергаем, короче. И Мурадина до нуля доводим еще, блин. Сколько у него там? У него всего 6 лямов, нахуй. Нормально. О, как дела? Друйтин валит ресы. Он, наверное, отошел. Так Зирелла тут не было, да. Даже на корабле. Похуй, БР дали, может, подойдет. Добивайте ружейников. Чего вы слева ружейники живые? Все, лети туда. Мага зеркаля. Потом наводим шорох. Все, просто уничтожаем по кругу. Ну, ружейника в первую очередь, а уешим. И Мурадина наебываю. Только подъебал ему Мурадина, не стоит, кто там канцелятор или кто. Чё-то дамага мало у нас, не успеваем. Сколько там стаков? 39. 30.
До скольки стоять, бля? Еще одного мага ебанем. Потом перерывчик возьмем. После этого мага улетаем. Улетаем. Нашим корабле помогаем. Ладину 51% снесли. Иди, летим. Иди обратно. Че, ражник не успел? Да, че, Мурадина добьем? Не, где наша силушка? 40%. Ну сначала оружейников, конечно, увешь. Надо хуже корабль сейчас сдохнет. Давай, стопаем по кораблю, ебать. Йо-мурадина, нахуй. Блять, маны нету, сука. Почти задушили. Ну еще боешка. Так, что это тебе? Пасифия, тебе эта хуйня нужна? Я думаю, что это зачем это ханту? Запустил. Рыба. А вон стоит. Руба, полосатая. Чтобы полосатая рукой ломал доски, тискал соски. Сдохните интеллект, пожалуйста, маги. Щегол. Так, Катрисия, как дела, бля? Что не так? Всё, да не... всё не так. Всё не так. Чё, мы разбафы каски. Сейчас разбаф. Я успею разбафать. Ману попью. Попей. На попей. На эту и на ту. На а чё, мили-хасты нету, да, получается? Могу воткнуть. Да не надо. Не надо. В принципе, да, давай. Один. Так у нас на сходок рейд есть. 16, правда. Я что-то не вижу, но. Так, для такого. Лингрен у шота секранчик, да? А ти Геру. Почему ты так решил? Ну по хп посмотри. А, понял. Че ты не забираешь? Ты обратно забрал. Я не танк не жал, ничего. Ротацию нажимал, наверное. Сорвал. Наверное. В ротацию он попал.
Ведра опять. Я метку собрал чисто. Что-то много я даю, блядь, что за хуйня? Радуйся. Бой просто быстрый. Да. 21 неплохо, пойдет. А вы где? Не успел просесть. Обычка 25. Кто там, блядь, тебит? Это телебит, блин. Сука. Сука. Финалбосс нахуй. Как дела нахуй? Опа, блядь. Минус финалбосс, блядь. Спалил. Как будто он там пиво трясет. Нет, это просто механика, скорее всего. А, хуя себе, блядь. На РТ+, я понял. Слышно было? Да-да-да, Клаву слышно. Было. Так. Уже не слышно. Покорителя. Надо, да, никому. Понятно, ты мне уже скидываешь токены, блядь, которые... Он мне скидывает все токены. Ай, блядь. Кто-то говорил, что их потом на ДС можно менять. Я уже думаю, на чумке там уже первый моб убитый, да? Или еще нет? Или уже да? Или нет? Аглания, здесь спейль. Саладин, здесь пыльнитель, Лингрен. Здесь спейль. На. Спасибо. И Лингрен, на. Спасибо. Oh, thank you very much. Спасибо большое. Ну так разрешите, я здесь немного покомандую. Сэр, так точно, сэр. Что за? Откуда ты родом, рядовой, ебать тебе в рот? Сэр, из Техаса, сэр. Нихера себе из Техаса. Из Техаса призывают только быков и пидорасов, рядовой ковбой из Техаса. Можно и рядовой без... буча, блять. Рогов у тебя вроде нет, так что выбор невелик. Хуй сосешь, сэр, никак нет, сэр. Херня, спорю, ты из тех, кто любого отхуярит по-тихому в жопу. Даже не поинтересовавшись, питать ли тут тебе взаимность. Я за тобой присмотрю. Блять, ты можешь помолчать чуть-чуть? Нет. Это вьетнамские флешбеки, блять. У человека ПТСР. Имей уважение. Ебать просто, блядь. Хука трясет, разгорела, блядь. Завал, блядь, я сейчас успокоился. Так, сколько дал, кстати? Сука, блядь, насрали. Пиздец, блядь. Почувствуй себя на моём месте. Я вообще не понял, меня, блядь, прокляли или чё, нахуй? Да. Нихуй было тереться жопой об меня, блядь. Да, натерся, всё, блядь. Всё, блядь. Теперь серпи. Пиздец, блядь. Что там воет? Мы еще должны были они кефиром срать, по-моему. Что-то такое было. Кефиром срать, блядь. Ну уж я бы не сказал срать, так слишком, блядь. Может дристать, если. Ну, дристать. Получше звучит, да. А есть? Я, короче, слот уступлю на два босса, там покупатель какой-то на круг. Сумоните потом. А 20к за кровь это за две или за одну? И кому он бабки? Кому бабки он дает? Рависту. Дайте ассисту, пожалуйста. Ты еще рависту деньги, блядь. Я бы не доверял. 10 войду. 50 на 50. Я бы не доверял. Прикинь, кровь не выпадет, но. Пиздец. Байрок. Мишень мне срок.
Машину Зингера иголочку сломала. Или в машине, или в машине не помню. Там в машине, да, в машине. Ну что там? Atomic Heart переиграли, блин. Ну так вот Atomic Heart, там такие песни. Есть отсылка, что ли, или что? Нет, там нет, просто типа. Кто-то сказал. А Высоцкий там есть? Там нет, там. Там на Киша отсылка есть. Не буду играть на хуйня ебана. Про лесника, короче. Ебал эту хуйню, блядь. А в Хогвартс будешь? Ну, блядь. Тут хоть что-то знакомое, блядь. А тут вообще... Не, кстати, возможно, Хогвартс будет меньше лагать, потому что там же Денува теперь нету, там вырезанная Денува, и Денува теперь FPS хавать не будет. Возможно, теперь нормальная игра будет. Войт, ты чё, Кишань уважаешь? Если бы узнал, что такое Кишань. О, ё, старофольчики, вижу, там были замечены. Хули, то ли этот обоссанный недопаркур в Atomic Heart, то ли, блядь, полеты на метле. Выбор очевиден, блядь. Ну да, блядь. У меня там специздание, мне там, блядь, фистрала подарили, нахуй. Так что мне вообще похуй, блядь. Блять, скачал просто нахуй, блять, делюкс-версию, блять, и пиздец, и подарили ему, блять. Сиди, блять, не уебуйся, блять. Спиздил, да? Пиздец, блять. Хороший. Блять, не подарили, а спиздил. Не насосало, подарили вот это вот, да? Экспроприировало, блять, вы правильно. Да, блять. Да, на Рутрекера, конечно, игры со скидками продают. Скидка. На Байруте бесплатно. Умножаем цену вашего издания на 0, нахуй. Охуенная скидка. Есть один харьковский математик, который умел на 0 умножать. Давайте быстро натухло, а я на ходу уже тучку жму. Че, кому там место надо уступить? Там шалфир же вышел. Уже. Уже не надо, да? Да. Бля, я это... Хорошо. Лох, дай шкаф, пожалуйста. А чё бой? Лепо? Чё за хуйня? Бой какой-то. Ну. Лепо, следи, осколок падал? Где вы? Где вы, Дикон? Да я от трапу только два пошёл, а в итоге меня убили. С корабля или с рука? С корабля. Мама меня фрукнула. Хуёво тебе. Потому что кто-то еще души фармит. Блять, обычка хуй. Давайте, блять, побейте моба, блять. Блять, у меня скалина такую пиздню, чё-то нахуй пойду. Что ли, промажу? Чё-то уебался, что ли? Да, блять, об стол уже ли меня... Знаешь, блять, ста вот эти столы раньше были у них под столом, так хуйня как клава выезжала, блять. А, ну. Mm-hmm. Вот, и у меня, да, и у меня, короче, типа нету там ни ящика, ни клавы, это все, естественно, разъебано давно, и остались только вот эти железные рельсы, скобы. Рельсы, ну, ну. Да, железные скобы вот эти. Я и об них, сука, об них царапаюсь, нахуй. И я вот себе так сейчас расхуярил колено, что ебанешься. Скрути. Что, нравится тебе, что ли? Да, блять, все время забываю, когда не доходят руки до них. 7 секунд пуляем. 5. Да подожди, ди, блядь. Да похуй, а? Можешь идти. Быстрее пройдем. Быстрее в Геру пойдем. Надо будет еще единственное, что надо будет иконки дебафов меньше сделать, они прям вообще нахуй на весь фрейм вылазят. На скольких стаках там забирают? На 3? После этой гнили, не надо стаки считать. На 8. Там как раз 8 будет. 8. Равист, ну хватит. Чё? На нагро рвёт пизды получает. Я 25 разогнал. Спасибо. Ну, ты 6, что ли? Вынесу.
Нет, к сожалению. Ты 6, 4. Нихуя себе, ты 6, блядь. Ром, ты там чё, это? Пиздец, агро прёт у него. Так у них у Совжа уже, типа, какого ДК, типа, нет талантов. Не лагает, наверное. Хорошо агро идёт, когда не лагает. Почему у ДК есть так-то? Нифига. Но ДК, их не качают. У ДК не есть. 8 кадров. Но ДК не качают. Бля, похиль меня, Заханыч. Да ты фуловый, блядь. Заебал. Ты фуловый, блядь. Чё, я тебе так нахуй хилю, блядь, постоянно. Я на тебя щитки пока докидаю свои. Я, кстати, знаешь, что заметил? У Т4 3 чаще прокает, чем у Т4 1, ебать. Обставим выше чуть-чуть. Главное, чтоб палка прокала. Палка стоит железобетонно. Это хорошо, когда стоит. Ну, это я, потому что... 8 стаков. Где там едкая гниль? Лев, ты можешь нас... после едкой? 8 стаков у меня. О, сейчас едка будет. Гниль. Все. И приснится же такое. И снится нам трава, трава у дома. Ой, еще раз таун, прожми, что-то у меня забирается. Не, все нормально, так я держу. Все, может, подбагалось. Или ты хочешь, чтобы я себе верстак разобрал? Я не заберу так. Ну, он опять, видишь, я первый в Омане. В Омане, да, но еще не срывал. Там же до срыва больше надо. Короче, я автоатакой буду стоять бить просто. Блять. На те стаки ты больно бьешь босса просто. Шкаф ебанечий на гнилом сумонечий. О, кровь не упала, короче. На туре кровь не упала? Не, я не вижу. Он тебе бабки отдал? Он уже дал, бабки уже отдал. Булечка, да? Да-да-да. Булечка. Хуя себе. Фиги какие. Так, еще вторая? Еще вторая. Тебе нахуй тело рит, блять, та зашел. Байра кикать. Верни ему половину и кикай. Танатоса, почему у Танатоса такие 232 СПГ, блядь? Че придумал? Ты ебанулся без ГП, блядь? А почему у тебя 32, я думал, у тебя нормальные есть? Я хуею, как так? Да он ждет ТТГшные просто. Да тебе давать или нет? Да давай, на, нахуй. Полтинник, блядь, хуйня. Да, конечно, полтинник. Ты на сколько больше получаешь ГП? Кто слизнее, ты или я? Ты. Окей. А сколько не было? Нет. Суманите там. Последнюю шмотку отдаю. Так. А вы непобедимого слича ролите по ИП? Чи как? Консул. А, консул. Так, в этом КД... Давайте, я расключается. Ну, если Сержа не будет, я паладину своем уже, да. Я все ИП-зон, по-видимому, отдам, я помню. Это кто говорит? Да забей. Какой большой не будет, я ж не забираю, правильно? Да, большого только. Зачем соединиться? Вон. А, ой. Редактор, конечно, разочаровал, нахуй. Вот элденринговский редактор туда, в этого, Хогвартс, нахуй. Ебать, я бы там создал типа, нахуй. Пробуханного, нахуй.
Не, надо... Такой, как в киберпанке, блядь. Ари? С гениталиями, нахуй. Типы нахуй на стримах сразу, ну киберпанк когда вышел, блять, я помню, скачал тоже в первый день. Типы, блять, создают, ну, стримеры нахуй. Включаю нахуй, ну тип создает бабу нахуй. Хуяк, писюн мне включаю, такой, ой, блять, говорит, только на секундочку, говорит, блять. Ёбаный в рот, блять, думаю, дебилы, блять. Да это реклама нахуй, пропаганда ебаная. А чё вы, ну типа, попадать решили, что на этом боссе обоссанном или чё, блять? Так в чём прикол? Типа CD Projekt Red, они в принципе против всей этой хуйни, ну типа против ЛГБТ и всей этой поеботы. Но им сказали нахуй, если вы будете против, нахуй вашу компанию закроют нахуй. Типа это самое малое, что они могли сделать нахуй. Да, да, да. В угоду, блять, этим бичам. Да, да. Так, а ты видел вообще срач на Reddit, блять, по поводу Hogwarts Legacy, блять? Что-то типа это. Там же ж типа, ну, писательница Гарри Поттера, она ж типа. А, сказала, она против, что, типа. Да, она ж типа говорит, я признаю типа два гендера, типа мужчину и женщину. Вот. И там же ж эти, сука, трансформеры ебаные начали выебываться, что типа, если вы поиграли в Hogwarts Legacy, то вы ебаный гомофоб, и вас надо, типа, короче, убить нахуй. Нихуя. Ебать. Вот так вот. Нихуя, кринж. И теперь у тех стримеров, которых покупала рекламу у Warner Brothers, стримеры от нее, нихуя я играть в эту не буду, блядь, чтоб меня нахуй клеймили, блядь. И у меня все по пизде пошло, спасибо, не надо, блядь. Засунуть меня сейчас вон шкаф стоит. Там потрясит. Там эти ебаные дебилы ведут список на Твиттере, какой стример зашел поиграть. Чтоб типа его, короче, гнобить этого стримера. Так эту хуйню тоже отменили, этот сайт, нахуй, вроде как говорили. Это в Твиттере, блядь, хуйня. Пиздец, они ёбнулись там все нахуй край. Фриканули от души. А потом. Я когда узнал. Еще есть такой интересный сайт, миротворец, там тоже списки составляют. Колбу продаем, нет? Колба надо кому-то в рейде. Нихуя продаем. Рахиль вроде хотел колбу. Я за кому продавать? Ну заходи. Покупатели есть. А еще типа, а еще там типа, короче, какая-то дева, какая-то. Ты заходишь? Журналистка начала, короче, писать. Я когда узнал, что у этих ЛГБТ еще есть. Кто-то, кто голду зарял продаст. И подвинет. Не говори никогда такое, блять. Ну в чате я такое точно написать не могу. У тебя, блять, стримы. Говорить тоже на стриме нельзя. А, стрим, сэр. Не все. Говори, кто за них. Я просто забыл про стрим. Да админам привет передавай, тут админы смотрят. Админы, как дела? Ну нихуёво, дела. Матч прилетел. Постоянно хуесосят, нахуй. Когда, сука, реворк? Пидоры, когда реворк, нахуй? Пидоры, когда реворк? Я только хотел сказать, блядь. Катриса, походу, меня замутала. Ну, сама в гейтчат. Так ты меня, блядь, заколебал уже. О, не замутал, ха. Я вообще только пришел, как-то. Не находится в вашем подземелье. Чего у нас арбаз бежит? Кидай патя, я все. Мыть, пожалуйста, вы добрые. Я тоже бегу, дорожку, бегу на минуту полторы быстренько. Ебать. Арбаз-то тут? Надо мне. На будущее всем новичкам нахуй. Берите с собой бутылки в рейд, блять. Чтоб ссать, срать, всю хуйню делать, короче. Никуда не уходи. Не слушайте, блять, старого шизоида, нахуй. Срать в бутылку, нихуя себе. Дед, слышишь? Вой, давай, короче, вот ты их научишь. Показываешь, как это делать, нахуй, тогда вообще ноль споров, нахуй. Ну хуй с ним, ладно, разрешаю кувшин, нахуй, ну или вазу. Да не-не-не, ты уже забегал. А есть какие-то критерии? Да, тазик, чем хуёвый. Давай, кружочек в Телеграме записываешь. Тазик, чем хуёво, чем хуёв тазик, тем, что ты... Брызги разлетаются. Да, и брызги, как бы, ты можешь туда, ну, провалиться, нахуй. Нет, ну тогда ведро обезвредить.
Да лучше тогда уже. Лучше тогда уже в стуле нахуй дырку. Бля, еще и утонул, да? Дырку под ведро ебану тогда уже. Пизжи, наверное, тогда в сортир нахуй перенести. Все, мы стартовать будем, не? Фантастик срет. Я уже где-то. У сектора газа. Кто в куклу? Где-то... Подожди, кто? Я в куклу залезу. Понял. Ну можешь залезть, пока. Давай хоть хилы потренируются похилить, блядь. Давай, давай. Видел концепт компа, где чувак, короче, в бачке типа комп целиком сделал и монитор на него сверху поставил. Как каст называется, который на второй. Ой, на третьей фазе. Мутировавшая чума. А чё вы запустили босса, блядь, дураки? А, так он уже тренировались. Видимо. Кто хуярить-то начал? Нахуя вы это делаете? На бидон загрелся. Мне кто-то ёбнул, ну, по-любому. Да. Он загрелся на хил, который бидон кидал, там, ну, щит, да, наверное, висел. Слушай, ходите, нахуй. Будете падать, тут пизда, нахуй. Я, ну, я превращусь не в деда, нахуй, ну, пиздец. А в бабку. В Кощея бессмертного, нахуй. Не будет бабку больше пусть разговоров. Ну, уведи под фонтан. Об Хогвартс Легаси. А потом встретим. Лёна, объём. Ну сильнее, чё с дамагом-то, ебать? Вообще хуйня. Слизняков бить. Так милики били его. Перевели просто. Милики бичи, да? Не, там босс просто не там стоял. Его не подвели, поэтому они не переключились. Но... Да понятно, понятно. Опа. Колбы. Ой, пельмени. Колбы, пельмени. Пельмени. Че лужит? Не, ну если пельмени это хинкали, можно и ловить еще с этим. Колбы. Лужи. О, лужа. О, гречка. Блять, гречка. О, лужи. Блять, лужи. Вау, лужи. Ты сейчас что-то. Ты сейчас что-то против гречки имеешь или мне показалось? Ну анекдот есть. Анекдот, блядь, расскажи. Понял, насколько ладно старый, что ты этот анекдот знаешь, пиздец? Ему 31 год, блять. С него уже песочек сыпется, нахуй, не переживай. Давайте вам лужи кайфово бить. Я в зеленке похуй. Вообще похуй. Слушай, выходите. Блядь. Берегитесь. Сука. Beware. Еще одна убить. Spread out. Everybody come to Zinar. О, вы из Англии? Сэр, надо еще говорить. Англиш! Нихуя, ты где? Ты инглишмен или что? Чё, блядь? Салам алейкум, говорит. А-а-а. Ты его слышал? Опа. Так, 1% до фазы. Что же будет? Красного надо успей плюнуть. Я уже не успею. Плюй, быстрее. Плюнул. Сука. Пол ДД в красном. Хорош, Глеб. Ждем выбор цели. Сколько висит это за метло? 20 секунд. Осталось 10. 10 секунд. 10 секунд. Быстро, все зергаем. Она слетит, ебать. Зергаем. 5 секунд выйдем. Мини, ждем выбор цели. Сейчас Геру дам сразу. Пиздец. Ты лучше Абема. Мили ждем. Ебать, он беги. Спамим. А, нормально. Нормально живет. Гофите, слизня, ёпт. Ну быстрее добивайся. Все, это объем. Колбы, пельмени. Так, Глебка, ну на себе еще точек узнаем, да? Обновляй, да? Да я на шутастике обновляю. Так, шута лагает. Третий стак ушатайся. Четвертый. Чё, кто забирать будет? Забирайте. Кто танк-то, блядь? Забирайте, чтобы подохнем нахуй. У кого-то хуя, блядь, тебе не показывают эти стаки, блядь. Блядь, я блядь один забрал. Буду все забирать подряд. Блядь, если не показывает, выбираешь танка и смотришь уже так. Лужи, выходите. За профиль. Второй забрал.
Ой, блядь, колбы, смотрите, они взорвутся, сейчас откинут. Отойдите от них. Отойдите. Блядь, как хуёво всё. Отойдите от них, блядь. Похуй, да? Ладно, похуй на вас тогда. Да, а последний заберу. Профа водишь как топ, конечно. РДшники вообще не бьют. Нихуя. Промах. Да ладно, на нем два всё. А, ну да, ладно, добьём там два ляма. Бля, дайте иннер по-братски, то клятва КД. Хупала иннер, дайте по-братски. Уже похуй. Забрал. Уже добиваете. Вот. Все, Войт, я научился, короче. Угу. Так топ, легко. Топовый меч. Ну там в ДБМ просто галочку ставили. Это хуйня на... А, я помню, да, я... Это на меткость. У Мардаун-то на хиле на меткость такая хуйня стоит. Я его троллил за эту хуйню. Чего не промазал. Дай вот этого лутера. Не, ну у него там хуёвый пал был. Он взял, потому что там СПД.